Накануне 1 июня, в Международный день защиты детей, глава государства Владимир Путин провел в режиме телемоста традиционную встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В беседе приняли участие многодетные семьи из различных регионов страны, в том числе семья Павла и Татьяны Вылка из Ненецкого автономного округа. С каждой семьей Владимир Путин пообщался отдельно. Семья оленевода и чумработницы Павла и Татьяны Вылка на онлайн-встречу с президентом страны прилетела в Нарьян-Мар в Центр арктического туризма из общины Ямто, которая находится в большеземельской тундре Ненецкого автономного округа. Ань, здорово, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Так, меня зовут Вылка Павел Митрофанович. Я оленевод из общины. Из общины Ямто. Ямто в переводе с ненецкого – длинное озеро. Община получила такое название в первой половине 90-х по названию ближайшего озера. Именно тогда в общину были объединены ненцы-единоличники, кочующие на востоке округа. Община уникальна и по сей день, хотя уже и не оторвана от внешнего мира. Здесь практически в первозданном виде сохранены национальные традиции и быт кочующего народа. Хозяин семьи рассказал президенту страны о том, что ведет кочевой образ жизни. С лета до зимы семье ямдает, переезжает с места на место до 30 раз в поисках новых пастбищ для оленей. Павел и Татьяна воспитывают 11 детей. Самому старшему 16, младшему год. Старшие дети получают образование в школе-интернате поселка Каратайка. Маме нелегко справляться со всеми делами и детьми в тундре. Но подросла старшая дочь, мамина 15-летняя помощница. Хочу пожелать счастья вашей большой семье. Указом президента Владимира Путина семья Вылка была награждена орденом «Родительская слава». Самое нужное, необходимое для каждого ребенка, вне всякого сомнения, это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. А в ваших больших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви. Орденом «Родительская слава» были также награждены Федор и Екатерина Накрета, воспитывающие семерых детей. Награду от имени президента им вручил в этом году на празднике Семенхат Мерита, глава региона. Семья Накрета, как и семья Вылка, и семейно-родовой общины Ямто, ведущих кочевой образ жизни. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».